Наверняка вы заметили это. Новые заставки, новые образы ведущих, совсем другие новости. ТВ5 изменился. Пять стихий, которые присущи исключительно Запорожскому краю. Это дерево, символизирующее Запорожскую сечь. Это вода, Днепр и Азовское море. Это металл, символизирующий промышленные предприятия региона. Это огонь, домны. И это земля, символизирующая Хортицу. Вещание телеканала ТВ5 покрывает всю Запорожскую область. Он пользуется популярностью и в соседних областях. Трижды в день теперь в прямом эфире информируют запорожцев о главных событиях дня. Теперь новости выходят только в прямом эфире. Это правильно, это доверие зрителя, а самое главное – это оперативность. Мы в своей философии стараемся делать новости как бы для жителей там, своего двора, да, своей улицы, своего района. Не просто проинформирует, а поможет разобраться в главных событиях и проблемах города и региона еженедельная программа нового формата. Ее премьера состоится в субботу, 28 марта. Будем подводить итоги, будем пытаться разбираться, почему это происходит. Не только что происходит, да, но и почему. Мы будем делать аналитические материалы. С другой стороны, мы будем делать также интересные большие материалы о наших жителях нашего города и области. Для лидера регионального телевидения с миллионной аудиторией такие новшества – смелый шаг. Телеканал впервые меняет свой образ за много лет. Теперь аудиторию ждет немало сюрпризов. Но волноваться не стоит. Любимые программы зрителей из эфира не исчезнут. Безусловно, нужно сохранить то хорошее, которое есть на телеканале. У нас много программ, которые зрителю нравятся, которые зритель любит. Закончив этот первый этап общего переоформления канала, будем работать и с программами собственного производства. Екатерина Свириденко, Юрий Васильченко, ТВ5.